Первое, что вы заметили, скорее всего, это отсутствие дисклеймера. Я решил перестать его вставлять, но конкретно в этом выпуске давайте вставим вместо него что-нибудь поистине величайшее. Так тоже можно. Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим о разновидностях контента. Он поистине разнообразен. Например, какие-то люди пытаются придумать разнообразные смешные мемы. Кто-то пытается записать что-то особенное. Всем привет! И сегодня я буду записывать летсплей по Geometry Dash. А кто-то вот рисует, искусством занимается, спидпейнты там всякие снимает. Это же ведь тоже смотрит. Я, правда, не понимаю, почему, но это тоже смотрит. Но, скорее всего, уже все поняли из этой несмешной сатиры то, что контент довольно разнообразен, и зрители найдутся почти на все. Хотя...